Высокое звание ему было присуждено решением депутатов городского собрания в октябре прошлого года. Однако получить полагающуюся атрибутику лично он смог лишь сейчас. И как отметил Анатолий Пахомов, звание почетный гражданин Сочи Константин Эрнст был удостоен за вклад в подготовку и проведение Олимпиады 2014 года и за популяризацию курорта. Мы будем все делать для того, чтобы не подвести, чтобы и дальше город расцветал, процветал так, как вы сделали все для того, чтобы наши Олимпийские игры, которые прославили наш город, и город наш сегодня, гордость России, вот так оно и было. Я хотел поблагодарить сочинцев, потому что после времени, проведенного во время подготовки, во время игр в Сочи, город родной, я и с факелом бежал за Сочи. И приезжая туда, теперь чувствую себя дома. Напомню, звание почетный гражданин Сочи в прошлом году, помимо Константина Эрнста, было также присвоено экс-министру транспорта России, а ныне советнику президента Игорю Левитину и бывшему начальнику управления снабжения и сбыта сочинского горосполкома Вячеславу Хачмамуку, который в свое время приложил усилия к появлению на курорте таких объектов, как концертный зал фестивальный, торговая галерея, комбинат питания «Москва» и ряд других. Это знаменитый дом.